дорогие друзья! Привет! Сегодня 24 марта, воскресенье, в Алании стоит потрясающая погода, и сегодня мы с вами прогуляемся по набережной, и, конечно же, я покажу вам тюльпаны в центре города. И Айхан вместе с нами. Айхан, как дела? Хорошо? В центре Алании сегодня очень много народу. Дети катаются на самокатах, скейтах, велосипедах, играют в футбол. Ну, в общем, потрясающая погода. Молодежь развлекается на роликах. И здесь у нас парк цветов, тюльпаны. Вы просили, чтобы я показала вам тюльпаны. Покажу вам, как они выглядят, как парк выглядит сейчас, в конце марта. Фестиваль тюльпанов будет в Стамбуле в апреле месяце. И если вы будете в Стамбуле, то обязательно посмотрите программу фестиваля тюльпанов, потому что это просто невероятно красивое зрелище. Здесь и белые, и желтые тюльпаны. Я очень люблю желтые тюльпаны. Вот эти тюльпаны только распустятся. Есть темно-красный, бордовый, прям такие, как розы. Очень красивые белые тюльпаны. Напишите, какие вы тюльпаны любите больше всего, какие, какого цвета. Конечно же, желтые тюльпаны. Просто невероятно красивые. Ну, а мои самые любимые тюльпаны на самом деле красненькие с желтым верхом. Вот здесь тоже только распускаются. Айхан, расскажи, как у тебя дела? Айхан Наслсен? Очень хорошо. Очень хорошо? Да. Ней персон? Чалшюром. Чалшюром. Покажу вам еще раз этот прекрасный парк. Очень много народу фотографируется вот в такой вот красивой, что-то вроде корзинки, беседки. А вот они, самые красивые тюльпаны. Вот такая в Алании, друзья, стоит потрясающая солнечная погода. И мы с Айханом сейчас пойдем в сторону пляжа, который находится за мэрией, и посмотрим, купаются ли люди, потому что сейчас уже 5 вечера, но очень тепло. Сегодня прям очень много народу и прям классная погода. Ну, в общем, лето началось. Мы уже с вами спустились, подошли ближе к пляжу. Конечно же, никто не купается, потому что сегодня очень сильный ветер. Вы можете увидеть, насколько сильный ветер, потому как развиваются мои волосы. Поэтому на ветру достаточно прохладно. И мы сейчас с вами спустимся ближе к морю. И я покажу вам всю вот эту вот красоту, которая у нас здесь есть. Этот пляж многим из вас знаком. Этот пляж находится в самом центре Алании. Очень классный пляж для купания с детьми. Здесь бывает, практически не бывает волн. И такой очень плавный песчаный заход в море. В общем, хороший, спокойный пляж. Если любите спокойно плавать без волн, то, пожалуйста, приходите на этот пляж около мэрии Алании, или есть пляж около Красной башни, вон в той стороне, пляж около Красной башни, один из самых любимых наших пляжей. Ну, а, конечно же, если вы хотите попрыгать на волнах, то вам нужно на противоположную сторону, за гору, на пляж Домлатаж, прямо у подножия горы. Там потрясающий пляж, красивый, и, конечно же, там бывают волны, которые мы также очень любим.
Вот такое вот у нас красивое море сегодня. Невероятно глубокого синего цвета. И очень сильный ветер. И очень сильный ветер сегодня. А махавак взяли, да? Очень хорошо. И сейчас, друзья, мы с вами прогуляемся по набережной. Покажу вам, что здесь происходит. Очень много народу. Корабли, яхты готовят к сезону. Сегодня хорошая погода. Продают кукурузу, продают мидии. И здесь у нас очень-очень красивый парк, где цветы распускаются, цветут, есть. В общем, цветы круглогодично. Даже если вы приедете сюда зимой, вы застанете здесь вот такие вот потрясающие, красивые, декоративные цветы. Очень красиво. Особенно мне нравятся вот эти вот фиолетовые, похожие на такую декоративную капусту. Здесь располагаются художники. Если вы хотите нарисовать портрет, то можете прийти сюда и нарисует ваш портрет. В общем, Алания оживает. Но Алания всегда оживает, когда выходит солнышко, потому что солнышко – это жизнь, и люди просыпаются, выходят на улицу, проводят больше, конечно же, времени на улице. А набережная – это у нас центр притяжения. Здесь, конечно же, в хорошую погоду всегда очень много народу. Но сегодня немножко такой ветер, поэтому прохладно. Ой, какая классная. Ну и, конечно же, самое популярное кафе в Алании на набережной. Это кафе, где можно выпить чашечку чая и кофе. И в солнечную погоду мест вы не найдете свободных. Мы покидаем с Айханом Аланийскую набережную. Сейчас пойдем в парк, который находится тоже в самом центре. И прямо рядом с этим парком еще есть и кошачий домик, и парк для детей, и очень много всяких разных развлечений. Вот он, один из самых красивых парков. И, друзья, здесь уже над беседками распустилась глициния. Цветы просто невероятной красоты. Солнце зашло, сейчас здесь все не так ярко, как обычно, как когда солнце светит, но постепенно распускается глициния и становится очень-очень красиво. А запах какой, просто невероятный. Покажу вам еще вот с этой стороны. Посмотрите, какая красота. Запах просто фантастический. Ну разве можно не любить Аланию? Это просто рай, рай на всей земле. Самый прекрасный город. Очень красивый парк. Я думаю, что многие его знают, этот парк. И он находится прямо напротив парка с тюльпанами. Поэтому, когда вы бываете в центре Алании, обязательно приходите сюда тоже. Вот так вот выглядит центр Алании сегодня. Ярко, красочно, солнечно.
по весенне, даже по летнему. Ну и прогулявшись по набережной, мы опять вернулись в парк с тюльпанами. Здесь, кстати, есть еще скульптуры такие черепашек, на которых очень любят фотографироваться дети. Ну, черепахи вы знаете, в Алании тоже черепахи карета-карета является одним из символов Алании. И вот эти вот тюльпаны только распускаются. Поэтому, если вы приедете в Алании в начале апреля, вы застанете еще всю вот эту вот красоту. На Аланию постепенно опускается вечер. И солнце заходит. Ну, конечно же, после захода солнца становится намного прохладнее, но детям это не мешает вот так вот кататься на великах и наслаждаться, всем наслаждаться потрясающей, прекрасной погодой. Ну, а мы тоже с вами на сегодня прощаемся. Желаем вам всего самого хорошего. Приезжайте в Аланию, в Турцию. Всем всего хорошего. Пока-пока.